38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри решили отправиться в отпуск на 6 недель. Это время герцоги сассекские планируют провести с семьей. После тура по Южной Африке супруги взяли паузу. Последнее время к ним было приковано слишком много внимания, и они хотят посвятить свободное время семье. Отдых от королевских обязанностей у супругов начнется в середине ноября, он продлится полтора месяца. Об этом сообщил приближенный к паре источник из дворца. График королевских обязательств расписан у герцога и герцогини сассекских до середины ноября, после чего они получат столь необходимое семейное время. Цитирует The Times слова инсайдера. Меган Маркл и принц Гарри отправятся в Америку. Сын пары впервые увидит родину своей мамы. Семейство проведет День Благодарения, отмечается в четвертый четверг ноября, с Дорией Регланд, мамой герцогини. Потом они вернутся в Великобританию, где встретят Рождество с королевской семьей. Недавно Меган Маркл призналась, что чувствовала себя уязвимой во время беременности. Принц Гарри заявил, что до сих пор не может смириться с гибелью своей мамы. Внук королевы Великобритании публично расплакался, говоря о жене и маленьком сыне.